Ха-ха! Это еще что такое? Вы же видите то, что у нас происходит, этот зомби-аквариум! А я, кажется, запомню, что здесь будет. Это ж... Вы видите, что у нас внизу происходит? Всем привет, дорогие друзья! С вами Ярик, успейте поставить лайк за 5 секунд, если у вас на улице снег, считаю... Молодцы, ребята, что успели поставить лайк. Это у нас игра «Растения против зомби». Это... И, в общем, друзья, вот я... О! И, кстати, ребята, я вам хочу кое-что рассказать одно. Бывает иногда, что я играю без вас. Но я это специально так делаю, чтобы пополнить запасы алмазов. А где можно взять алмазы? В том уровне, где на нас напал зомби Йети. Вы же помните, если этого Йети убить, то можно получить 4 алмаза целых. Это вообще, на самом деле, нормально. Поэтому не обижайтесь, если я без вас около 10 раз прохожу этот уровень зомби Йети. Поэтому... Так что я пополняю количество алмазов. Так. И в результате я еще и выиграл вот это растение, горох. В процессе пополнения алмазов. Можно, в принципе, мини-гейм зайти. Так, давайте-ка начнем с самого бесплатного, вот этого. Ха-ха! Это еще что такое? Это вообще что? Вот... Я вас даже вообще не знаю, как... Так. Так, чеснок я возьму обязательно. Так, кофейный боб. Картошку. Это что за наполовину зомби, а наполовину растение? Блин. Но это уже как бы нечестно. Так. Они у нас пуля. Стоп. Ладно, ребята. Вы меня уже опозорили. Сейчас я тогда попробую как можно больше подсолнухов выставить. Так. Офигеть, смотри, картошка. Они мимо нее пуляют. Так. Ой-ой-ой, теперь он нас начал стрелять. Не-не-не-не-не, это плохо. Так что давайте-ка отгородимся. Так. Вот эту вот штуку ставим обязательно. И мне нужен кофейный боб. Так. Где мой кофейный боб? А то мы сейчас орех поломают. Так. Есть. Так, вот сюда. А все, в принципе, мы сможем как-то спокойно сажать эти подсолнухи. Не-не-не, только не стреляй! Гады, а какие? Видишь? Да хотя бы нас чесноки прикрывают. Теперь ставим ромашки, чтобы развить экономику.
сюда. Обороняться. Так. Сюда. Блин, они сейчас мой чеснок убьют, но ничего страшного. Есть! Мы успели все загородить орешками. Теперь надо заменить чесноки. Все, давайте-ка теперь чисто... Ромашечный рай. Блин, нам хана. Видишь эти орехи? Орехоголовые, блин. Блин, вот это вообще прикол, конечно же. Блин, они повредили мой чеснок, надо вот так вот. Конечно же, надо было пушки взять. Вы же помните? Сюда. Все, мы достаточно развились. Так, все, финальная волна. Ой-ой-ой, они здесь уже прорвали чеснок. Так. Давайте. Мрак и грибы. Грибы читера. Есть, и мы получаем за это алмаз. Я посмотрю по времени. Опа. Ну вы совсем что ли обнаглели? Ай, блин, я же забыл отключить рекламу. Сейчас, подождите секунду. Итак, все, я отключил рекламу. Я просто приостановил ненамного видео. Офигеть! По-русски говоря. Зомби-аквариум. За 10 тысяч. Ладно, давайте откроем, посмотрим, что это такое. Так. А, нам надо накопить 1000 солнышек, чтобы...
Фига себе, это вообще офигеть. Вы же видите то, что у нас происходит, этот зомби-аквариум. А, я понял. Короче, если их не кормить мозгами. А давайте посмотрим на одного зомби, а всех остальных покормим. Сейчас мы посмотрим на одного. Это вообще офигеть. Видели то, что он умер от нехватки мозгов. Вы еще заметили то, что они мне дают солнце. От нехватки мозгов. Вот так, конечно же, прикольная игра, но нам нужно 1000 солнышек добрать. Все, я думаю, уже пора. Пора уже копить. Умирайте от нехватки пищи. Такое ощущение, будто у меня рыбы какие-то взялись, а не зомби. Не-не-не, зеленые, не умирайте от нехватки пищи. Хотя почему они так быстро умирают от нехватки пищи? О, 3, 2, 1. Опа-на. Так, еще один кубок мы заработали. О-о-о-о. Это просто какая-то жесть. Так, а это еще что? Так, 12 000. Ну ладно, как бы... Почти все приблизительно стоят 10 000, поэтому... Поэтому давайте-ка попробуем их открыть. Вот эту. А, я, кажется, запомню, что здесь будет. Помните, мы в это играли? Так, так, картошки устанавливаем. Магниты обязательно. 2 ряда арбуза. Пока что не выстраиваем оборону. Так, перец. Я оставлю этот перец. Если пойдут эти гаргантюа, то я обязательно это применю. Так, первый у нас футболист. Так, ставим защиту для наших магнитов. Так. Нет! Гады какие! Позорные! Блин, они проходят вообще! Придется, тут придется! На тебе!
Блин, в нижнем ряду вообще... На самом деле жизнь. Что происходит вообще? О, у нас тут кабачок появился. А вы чего ж магнит сожрали? Блин. Сейчас ущите гаргантюа пойдут. О, кстати, мы же можем как-то применить перец. А где мы еще один арбуз? Ладно, придется вот так вот. Так, вот эти вот мы убили. Теперь вот эти. Есть. Разобрались. И наши орехи немножко пострадают, но ничего, у нас тут будет третий ряд арбузов. Все, никто не пройдет. Никто не пройдет. Так, тыкву я пока что оставлю. Это на случай, если прорвут нашу оборону. Кому тут придется? Опа! А то я уже и так замучился с этими дяденьками Миши Михайловыми с лестницами. Давайте футболистов этих уничтожайте, а то они слишком жесткие. Еще быстро бегают. Вообще жопа какая-то. О! Нифига себе нам дали. Что-то было. А, это зомби с музыкальной коробкой взорвался. Ладно, у нас и так уже неплохая оборона, чтобы выстоять еще одну волну. Если будет перец или еще один какой-нибудь кабачок, думаю, что я смогу отбиться. Так. Тем более, то, что там их куча! Нифига себе, арбузы мои как выносят. Так. Так, вот их задерживаем, они неповоротливые. Так. Пускай уничтожают. Давайте, зубастики, попробуйте их укусить. Так. Сюда. Да как? Да как вообще понять? И последний кабачок. На! Мои арбузы просто вынесли их, да, раз-два. Будь здоров. Ну что же, у нас как будто вообще... Мы как будто вообще хорошо выигрываем. Если что, я смогу... знаете, что сделать? Вот этот вот 10-й уровень, там, где зомби эти, сыграть без вас. Потому что мне нужно как-то пополнить свои алмазы ради того, чтобы открыть мини-игры. Тут, а тут их вообще куча. А сколько там... 10 мини-игр. Ну, нужно 100 тысяч. А у меня 60. Ну, это вообще нечестно. Так, слот машин. Это ж... Вы видите, что у нас внизу происходит? На глазах черные метки вообще какие-то. А, мы снизу, короче... Так, спиногейн. Чего? Ну дайте мне какую-нибудь удачу. Тем более то, что... Видишь? Они уже пошли в атаку. О! Мы получили горох. На, вот, держи. Так, еще разок. Я теперь по... 2000 солнца нам надо накопить. О, а вот и подсолнух. Блин, вот это прикольные, конечно же, мини-игры. Ну давайте мне... Да блин.
А то мне приходится все... Все тратить и тратить эти солнца. О! Так, мне нужно куда-то поставить. Но я не знаю куда. Ладно, попробую вот сюда. О! Снежный горох. Ха. Давайте посадим. Орех. Так. Так, вот сюда. Потому что один простой горохострел не справится с конусом. Да, дайте вы мне уже что-нибудь. О! Три подсолнуха. Джекпот. Ну так мы вообще на изи сейчас справимся. Во! Все, никто не пройдет. Так. Вот сюда. Так, еще один морозильный горох, давайте. Сейчас мы вообще все засадим джекпотами. Так. Так, новый подсолнух. Так, еще один горох. Мне приходится так бесконечно крутить вот эту ручку. Это вообще на самом деле прикольно. Когда мы проходим с помощью машины. С помощью машины джекпота, я даже сказал. Слотной машины. О, новый орех. Давайте-ка мы его заменим. Сейчас ведроголовые пойдут. Так, мне нужно... Так. Так, куда бы мне поставить этот горох? Вот сюда! У нас, правда, все равно... От ведроголового загораживает этот орех. Ну дайте мне что-нибудь. О! Сразу три гороха! Вообще нормально. Есть. Все, никто не пройдет. Мы должны 2000 солнышек набрать. Есть. Еще. Да что же это такое? Почему у меня опять неудача происходит? О, ледяной горох. Хорошо. Так, еще один. О, мы получили алмаз. Вообще хорошо. Вот алмазов нужно побольше пополнить. Так. Так, еще один горох, держите. Кстати, вы заметили то, что здесь в эту машину включаются еще и
слоты с солнцами. Значит, мы можем солнце, что ли, выиграть? Да. Ну, типа того. Но... Вот сюда. Кстати, мы можем нифига сколько растений сажать. Так. Кстати, вы заметили то, что сейчас мы накупим вообще... О! Видели то, что мы бонусное солнце выиграли? Так, 200 солнц, и все, мы сейчас выиграем. Так. Сюда. Еще бонусное солнце, и... Есть! Нифига себе! Вот это вообще, на самом деле, клёво. Так. А почему там не было звука? Я вообще просто не понимаю. Так, нет, я не буду. А мне в саду изменить ничего не надо? Ничего не надо. Давайте-ка мы поиграем в бонусную игру и хватит. Вот сюда. Бонусную игру и можно на этом закончить. A few moments later. Так, все, осталась самая последняя звезда. Нет, блин, это не последняя. Потому что спереди снизу только что сожрали одну звезду. Но ничего страшного. Так, сажаем сюда тыкву. Так, последнее солнышко и последняя звезда. Есть! Все. Мы продержались. Хорошо. Блин, на саду такое ощущение, будто вообще изменять ничего не надо. Тогда давайте просто... Сейчас мы знаете, что сделаем? Вот так вот. Вот так. Так, 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 давайте. Так, а вот этого гороха... Вот, смотрите, если мы... если нам в последнее время изменять для этих растений ничего не надо, мы их просто продадим безумному Дэйву и получим за это много тысяч вообще. Сколько у нас... Так, подождите, я сейчас загляну. 112 тысяч, нифига себе. Ну, приблизительно 13 тысяч. Только подождите, стоп. Так это получается... Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 9 мини-игр осталось, и еще. А, блин, ну это я знаю. В общем, на этом мы с вами заканчиваем. Если что, я буду проходить без вас там, где зомби-йети, чтобы получить побольше алмазов. Ну что ж, ребята, вам понравилась сегодняшняя серия. За следующей мы еще посмотрим некоторые мини-игры. А пока что, друзья, на этом видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, пишите комментарии, переходите по ссылке в описании на мой телеграм-канал. И всем, друзья, бай-бай, дорогие браточки.